По меньшей мере 3 человека были убиты во время артиллерийского обстрела города Ясиноватый, недалеко от Донецка, во вторник. Снаряды попали в общежитие местного техникума и многоквартирные дома. Вот первого на третьем этаже влетел снаряд от града. И последствия вы вот видите. Медные люди, все. Квартиры сгорели, остались без крова. Что теперь делать? Зима на носу, дом. Это все, можно списать его. Погиб мальчик, парень 19 лет и женщина пожилая тоже убила. Это только в этом доме. Остальные дома я не ходил, не знаю. Почасы быстрее, говорит. Хорош! Жители Ясиноватой вместе с пожарными боролись с огнем, вспыхнувшим во время обстрела на местном рынке. И после 24-го училища я услышал залп взрывов и под фундамент на асфальт упал, ну, на отмостку упал. Слышал взрывы и все. Лежал под домом, под четырехэтажкой. Потом смотрю, весь центр города в дыму. Пришел сюда. Начал помогать. В среду утром украинская армия возобновила артиллерийский обстрел Донецка. Залпы звучали со стороны аэропорта и поселка Пески, остающихся под контролем украинских силовиков. Снаряды падали в Куйбышевском и Киевском районах города.